Снег не пошел. Если ты увидишь большую точку, сразу мне говори. Хорошо. То там точку большую. Хорошо, моя сладкая. Если это маленькая, то я тебя сразу оставлю на улице. А если большая? То я тебе скажу, сразу забегай в дом. А мне? Хорошо. А и... папу? Нет. Папа пусть под дождем мокнет? Да. Почему? Потому что он уже сильный. Он сильный? Он может погнать точку. Он... Понятно, пап? Ты сильный, можешь точку прогнать. Молодец, Машенька, да, молодец. Правильно говоришь. А ты не сильный, сразу забегай в дом. Хорошо, доченька. Если там похабно, то ты забегай сразу с другой стороны. Хорошо, договорились. Я там кондей включила. Пока еще дождик не